преддверии Дня Великой Победы тверским ветеранам и участникам войны вручили подарки и открытки с теплыми пожеланиями от партии «Единая Россия». Одной из тех, кто принимал поздравления, стала жительница Твери Мария Сидорова. В апреле текущего года она отметила 99-й день рождения. В гостях у участницы Великой Отечественной войны побывала и наша съемочная группа. Накануне 9 мая ветераны и участники войны получили ценные подарки от партии «Единой России». Член партии, депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев поздравил с этим светлым праздником жительницу Заволжского района, участницу войны Марию Николаевну Сидорову. В апреле Мария Николаевна отметила 99-й день рождения. Поздравляем вас с наступающим величайшим нашим праздником, Днем Победы. Желаю вам долгих лет жизни, желаю вам здоровья обязательно. И всегда, на все века, мирного неба над головой. Спасибо вам большое. Вот вам подарки, принимайте. В годы войны Мария Николаевна служила в особом отделе НКВД 39-й армии Калининского фронта. В числе ее наград – орден Великой Отечественной войны второй степени. В качестве подарка ей вручили цветы, открытки и продуктовые наборы. Нежданным гостям Мария Николаевна обрадовалась. Она отмечает, что больше всего важно все же внимание. То внимание, которое уделяется нам, фронтовикам, последние годы особенно, очень заметное. Не сравнимы с первыми годами, которые были после окончания войны. Подарки ко Дню Победы получили несколько участников войны, жителей Заволжского района. Вручали их не только депутаты, но и волонтеры правящей партии и волонтеры Победы. Они считают, что ни один фронтовик, ни один участник войны не должен быть обделен вниманием и заботой. Это очень важно, конечно, не только в преддверии праздника, вообще всегда оказывать внимание ветеранам. И мы видим, какой благодарный отклик в их сердцах это рождает. Вот это, честно говоря, трудно просто даже словами передать. Но здорово, что сами ветераны это ценят, понимают, говорят, что с годами внимание к ним нарастает. К сожалению, самих ветеранов становится меньше. Мы, конечно, в неоплатном долгу перед ними. Подарки получали не только фронтовики и участники войны из Твери, но и из городов области. Федеральная акция «Подарки ветеранам» проводится совместными усилиями партии «Единая Россия» и волонтеров «Победы» во всех регионах страны. Цель – сохранение в памяти подвигов наших предков.